Лишить заключенных сотовой связи Комитет уголовно-исполнительной системы пытается не первый год. Сначала в зонах пытались устанавливать глушилки, не помогло. Теперь МВД на законодательном уровне пытается обязать сотовых операторов блокировать работу мобильной связи в колониях и тюрьмах. Отрицательно настроена часть осужденных пытается дестабилизировать режим содержания и контролировать процессы, происходящие в колонии, в том числе посредством мобильной связи. Появились новые угрозы извне, то есть со стороны приверженцев радикальных религиозных течений. В словах чиновника от МВД есть здравый смысл, но перекладывать свои прямые обязанности на операторов сотовой связи неправильно, говорят эксперты. Тем более технически это практически невозможно. И здесь шутку с МВД сыграла практика строительства колоний в черте населенных пунктов. Начнут глушить сигнал в колониях, без связи останутся жители городов. Этот вопрос он как бы вызывает недоумение, и даже с точки зрения самого подхода регуляторного, потому что, казалось бы, очень просто, лучше изъять эти телефоны на зоне и в принципе все, и в тюрьме, чтобы их там не было. Вот. И почему решение там перекладывается на бизнес и в конечном счете на потребителя. На то, что заключенные имеют сотовый телефон, сотрудники колонии, как правило, закрывают глаза за определенную плату. Это давно уже большой и серьезный бизнес. Но какие бы мы ни делали защиты, какие бы налогоплательщики не оплачивали по вашим заявкам защитные средства, скажем, есть с советских времен есть комнаты глушения и шумгита. Но если мы поставим такое здание, где гарантия, что какой-нибудь не выведут антенну сотрудники, которые сегодня также публикуются в интернете ряд, посмотрите, сколько отчетов МВД публикуется, сколько привлечено. Административное, уголовное ответственность. Установка глушителей в тюрьмах уже обошлась налогоплательщикам в 500 000 000 тенге. Результатов никаких. Деньги словно ушли в никуда. Сколько будет стоить новая инициатива, Министерство внутренних дел граждан не информирует. Евгения Сазонова, Александр Платонов, Алматы, Казахстан.